системой контроля противоводнирующих момента при торможении. За счет этого мы улучшили комфорт для пассажира. Ну и я к вам. Ты уже добрый. Оно поднимается. Как по сигналу? Вот, под ногой. Педаль. Сегодня мы подходим к финальной точке реализации проекта. Проект практически реализован. И к концу октября месяца все 95 вагонов Киевского метро, предназначенные для Киевского метро, будут запущены в эксплуатацию. Они уже находятся на линиях. Сегодняшняя модернизация вагонов позволяет экономить до 40% электроэнергии, увеличить вместимость пассажиров в вагоны, дать возможность более комфортного и удобного управления машинистом. Мы сегодня говорим о модернизированной новой системе торможения вагонов. Мы говорим сегодня о продолжении срока эксплуатации данных вагонов на более чем 20 лет. Я хотел высказать от себя лично и от лица киевлян слова благодарности чрезвычайному полномочному послу Японии господину Тоси Саката за поддержку данного проекта. Данный проект стоил практически 1 000 000 000 гривен. Заканчивая этот проект, будем приступать к следующему. И уверены, что следующий проект, который будет включать в себя модернизацию более 160 вагонов Киевского метро. Надеемся, что киевляне получат достаточно больше комфорта, и город Киев сможет сэкономить достаточно большое количество средств. Осторожно в дверях, двери закрываются. From your city government to make this GRS project. Пускай уйдет, там же башмак. Какой звук, какой из них? Звук такой, шипит. Гребень смазывает. Смазывает сам гребень колеса, и затем передается через колесо к остальным колесным парам, тем самым смазывая весь подвижной состав. Метрополитен проводит ежедневно около 1,5 миллиона киевлян и гостей столицы. Извините, пожалуйста. Еще, еще. Вы получите.